7 хай, короче, сегодня чекал. Полежи, конечно, пожалуйста. Пойдем к боссу, наверное. Да, но надо же было по терминалам немножко пострелять для тренировки. Разогреться перед боссом. А то ты ни разу перед ним не разогревался. Типа мы зашли сегодня в первый раз. Конечно. Это же новая серия. А то, что у нас... А то, что у нас опыт со старой, это ничего, да? Это все нормально. Да-да-да. С чего у нас 159? Ну что ж, ты готов? Секундочку. Да. Штопор. Мне не нравится уже локация. Она мне очень не нравится. Она мне не очень не нравится. Твою мать. Я есть Грут. I'm Groot. Он деревянный, по-моему, или нет? Да, он деревянный. Так, стрелять надо в шарики, я понял. У него очень странный снаряд, но он стреляет по мне. Но он бы стреляет по обоим. Так, один шарик минус. Я понял, укрытия не бесконечные. Вообще ни разу. Где у него крит? Нету. Нет, он окей, я понял. Он еще и... О, он еще и этих призывает. Прикольно, еще и четверых. Еще и стреляет какой-то хренью. Да вы прикалываете, что ли? Как с этим вообще работать? Не спрашивай. Буду пока по боссу стрелять. По возможности. И это только первая стадия, как бы, да? Угу, угу. Ну, пока не сильно сложно, я так скажу, в плане меха. Пока. Ладно, валяйся, пока. Пока не сильно сложная в плане механики, я понял. Да-да-да, вечно ты после этих слов отваливаешься. Должен успеть, должен успеть. Да, ты успеешь. А, говнозеленый луч, сука! Он не больно. Станет. А, почему чуть не упал? Не знаю. Но не к добру это. Оу! Крутите барабан. Якубович, слышь? А к чему это было, такой вопрос такой? Не знаю, он разозлился. Мы ему стадию сбили. Давно. Пол уже хп как... Пол ячейки, скажем так. Ну она, типа, как обычно, поздно подгрузилась. Так. Что сейчас будет? Порталы. Так, ну мой в этом в портале. Моя умирать. Не умирать! Я не разрешал. Так, минус один шарик. Чтобы добить второй. Он фуловый. Прикольно. Если я сейчас откинуть, то насовсем. Мы справились! Хилка! Сзади! Баба, я тебя разочарую, мы не справились. У тебя все, хилки закончились, что ты прикалываешься? Да. Я тебе больше скажу, у меня патронов нет. У тебя патроны есть, у тебя они просто не в горячем этом. Вот именно. Как послушал бы меня, поставил бы в горячий срок. Кажется, он
проблема. Да, еще бы я слушал. Джеронимо! Кажется, у меня проблема. Ты у меня стоишь просто... Мне не нравится, когда такие боссы. Почему же второй из трех боссов без криты? Я охотника брал. Ладно, второй слот. Дробовик так дробовик. Прохождение 800505. Ну, зайди, пожалуйста. Спасибо. Я знаю, что еще хочу сделать. Да, музыка крутая. Так, я точно хочу оставить... как сказать? Кстати, пока ты мост не перейдешь, он типа не, это, не активируется. Шикарно. Потому что я хочу... Я хочу оставить нетронутыми, насколько это возможно, наши барьеры вот эти, за которыми можно ныкаться. Можно, просто надо правильно уклоняться. Что теперь? Ну да, то есть не так, как я сейчас. Не так. А как он вообще в меня попадает? Вот так, как меня. Как меня, да. Прикольно. Пока. Понятно. Ну тут без выходность. Тут тяжеловато и... как его? И целиться, стрелять, не уклоняться. Да, вот если бы в этой игре можно было стрелять от бедра, вообще проблем бы не было. Ну да. Они решили сделать хардкорно. Распределяемся вправо и лево. Конечно. А, чё я парюсь? Надо сделать вот так. И все равно получать урон. Я со своим все. А у меня патрон закончился. Я свинься. Зарядка! Интересно, а ты горишь? Должен. Да, он горит. Как видит. Ух! Лучше ты прямо у меня. Ай! Мне конец. У него смешная атака, класс. Да, ты не знал? Нет, пока. Я прям видел, как ты туда укатился. Не смешно. Прям не смешно. Боссы с каждым разом меня радуют все больше. Такое ощущение, знаешь, что у нас между ними просто какая-то пропасть иной раз возникает по левелу. Чего-то нам определенно не хватает. Ну, мы просто начали со сложности. Сложная, а не нормальная. На нормальной мы бы со второго раза прошли. Я вот сейчас чуть не провалился вниз, кстати, сказать. Ну, еще по этой причине. Мы иногда нубим, так сказать. Ну, как иногда. Тоже верно. Мне повезло. Я свой убил. Ну тоже. О, у него есть крит. Где? Где-то в шее. Красным именно.
Да. Прошу прощения, я не знаю, как мы стоять решают. Пока. Не надо. И в рукопашку бить не надо. Все, он подгорает. Да отвяжись ты от меня. Да ладно, такая вот. Не зевай, враги могут быть рядом. Под две милишки попал, окей. Вот ты, конечно, красавчик. Да, я знаю. Лучший. И босс-то с виду не очень сложный. Быстрее пробуй, пока он ничего не делает. Я пытаюсь, стамины нет. Пока. О, да ты крут. Я не понимаю, как работает этот луч, если честно. Он отравляет просто радиацией. А, нет, это он говно. А куда? Облучение. Ой-ой-ой. Крутим барабан. А, он нас и правда покрутил? Я немного подхиляюсь. Патроны. Хитрый ты жук, однако. В плане. Патроны все забрал. Патроны? Я же орал про патроны. Я понимаю. Ты думаешь, тебе дому надо? Да. У тебя сейчас полетит. Я видел. Почувствовал. Почему у меня огненный патрон нет, я спрошу почему? Надо перезарядиться! Вон здесь есть патроны. Уже не надо. Ты умер? Нет. Я завязал. У меня проблема. Ты завязал? Да. Завязал совсем. По сути, этот босс еще проще предыдущего. Намного. Патрон, если что, есть. Ну, я заюзал, как ты просто нарезался. Суть в том, что у него даже нет стадий каких-то. У него стадии все — это купить барабан. Как бы это реально не звучит. Ну да. А, ну поближе ко мне, спасибо. Давай, пока успеешь. Давай. Пока. Не попал. Он не попал. Пожалуйста, нет. Ни хрена там на меня сейчас со всех сторон. А как ты умер? Я выпал. А, ты выкатился? Да, я выпал из мира. Я сейчас смотрю, у тебя вроде две хилки оставалось, думаю, куда ты так... Две? А, это цифра 2 была, я думал 5. Да. Честно, если б не этот фейл, мы, наверное, бы его прошли. Да я тоже думаю, там оставалось-то прям. Ну вообще? В смысле, я уже стоять могу? Нет, а хп показывает. Есть. Твой помог. Я тоже добил.
скажу так, ключ у него отстойный. Да, он радиацию только накладывает. От которой можно избавиться одним кликом. Вот этим, например. А, ну так прикольней, да, согласен. Но скорее всего, если облучение тебя будет... Я просто пытался понять, что фишка облучения, и походу понял. Ну, если она тебя долго бьет, тебе в жопа. Да, если она тебе потом радиацию накладывает. Короче, больно. Не умирай. Похиляйся пока с теми, прям сейчас. На этот раз я стал мишенью. Подгорай! Подгорай! Чего? Чего? Блин, кто? Больно. Больно. Свой убрал. Оп, 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 оп. Пока должно быть время. Ага. Я не понял, как это произошло. У меня закончились патроны, видимо, на ствол. У тебя есть время. Нет времени. Пока. Нет, ты не успеешь за эту хрень возродить все. Тебе надо как-то убрать... Не-не-не, ты не успеешь. Тебе надо убрать последний этот. Я какая разница? Все, стоп. Воскрешай. Да, он когда начинает кастовать этих чертей. А, у меня по... прикольно. Да? Че? Потом закончить. А у меня жизни немножко. Патроны бери. В смысле? Гори, 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 гори. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Да чтоб тебя, какого хрена? Я же нажал пробел. Сорян, чувак. Нет, ты даже не пробуй меня сейчас воскрешать. Ну в смысле? В коромысли, это бесполезно, пока они вдвоем тут. О! На мужика. Да вообще не вовремя умер, блин. И не банку заедать, ничего. У меня на два слота закончились патроны. На два. Я предлагаю в следующий раз, короче, вернуться. Куда? Ну, и закупиться патронами дополнительными. А, с этими, что ли, ящиками? Угу. Ну, так ну, я если... только их в основном и юзаю. Ну, патроны, окей. Блин. Без них тяжко довольно. Просто я только одну заедал все время. Мне еще две осталось. У меня еще 4 осталось. Ау, пожалуйста, не выпадай из мира. Это будет глупо. По крайней мере, так рано. Ты про меня? Не, проси. Хорош. Клави. О, я нашел его! Место слабое, походу. Оно у него в самой верхушке головы. Может, за головой, так сказать? Да хрен его знает, я сейчас сдохну нахрен. Не нахрен, не умирай. Какая мощная радиация. Стреляться будем. Серьезно?
Ну да, если не уклоняться, ты можешь умереть. Да я знаю, я не про это, ну ладно. Я опять просто пробел нажал, он опять позже. Давай. И бежим. И бежим. Обожаю, когда ты стреляешь те же, что и я. Сорян. Я помогаю. Ну, я замечу. Подгорай. Не я, пожалуйста. Че у нас подымать будет? Окей. Не, у меня, конечно, хилка хорошая, но... Не, в жопу, я понял. Когда колдун тащит? Надолго ли? Не знаю, тебе просто сейчас пережить все вот эти атаки обычные, и типа он будет призывать из дебилов, потом меня сможно все зарядить. Угу. Я ж последняя хилка, да? Нет. А, теперь да. Патроны возьми. Окей. О, мы сбили с него каст раньше, отлично. Вовремя. Да. Еще бы он подгорал, был бы вообще хорошо. Ну, он подгорает. Снаряды сейчас много, только снарядов. И не только от босса. Если что, у меня есть хилочка, могу их замыть? Юзай. Как говорится, не терпи. Зазря. Главное от снарядов ворачиваться. От радиации тоже желательно. Что самое смешное, от луча можно увернуться. Сейчас будет барабан. Отходи оттуда, отходи оттуда. Я уж понял. В прошлый раз у тебя ваншот, давайте. Тогда мы и проиграли, кстати. Есть такой. Так, сначала надо черти выносить. Да, сначала надо патронов заюзить. Он под щитом. Тогда сносим щит. Нет, он без щита. Хилясь. Рискну вот так. Как я сейчас рискнул, писец. Хрена чего. Бью. Больно. Просто на мужика без хп. Давай, 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 давай. Дай подождать, у меня перезарядка. Нахрен! Да сучка! Ладно, самый легкий босс. Сучка! Ну да, кстати, это один из самых легких боссов. Но он просто какой-то вообще не однообразный. Т, восстановление. Чем мне дали?
Восстановление. Так, таланты. Котовоющий ключ. Выносливость и задержки перед восстановлением. Штука прикольная. Забавно. Хорошая. Урон по уязвимым местам. Быстрые руки. Удар хранителя. Расход выносливости. Так, материал я знаю куда, ключ я знаю куда. Все. Что-то еще дали, но я не заметил. Я, короче, урон по уязвимым местам начну прокачивать пока что. Окей. У меня, к сожалению, этой фигни нет. Хотя я по ним стреляю. Обида. У меня такое ощущение, что там дается только хосту. Все равно тогда очень обидно. И неправильно. Ну это да. Не, есть, конечно, решение, чтобы сначала ты был хост, потом я. Все равно прогресс один. Только я на чего не уверен в этом плане. Хотя нет, должно все равно быть один мир. Не, мир-то да, мир один должен быть. Да ладно, фиг с ним. Из всех талантов, конечно, самый обидный по уязвимым местам больше. Да там не сильно прибавляет. Вот сейчас у меня будет, например, плюс 4%. Все равно полезно. Согласен. Босса можно убить с двух выстрелов быстрее. Ой. Солнечный миндалин. Пламя сожгло мир. Не смогло уничтожить все, после него осталась сила, мощь и смерть. У меня оцинкованное железо. А железо высшего качества. Стой. Стой, стой, не прыгай. Все, мы вернулись, короче, туда, куда надо. И теперь вопрос, пойдем ли мы к чуваку, который с собаками. А, можем. Я тебе просто так скажу, можем к нему телепортироваться, у него там большой камень. Да? Да. Тогда прыгаем вниз. Идем к нашему здоровяку, который нам продавал там все и вся. Да, и я предлагаю еще... По-моему, если я правильно понял, мы теперь можем этот ключ вставить в робота. Если я правильно подумал. Посмотрим. В любом случае, его куда-то можно вставить. Нужно. Но я еще предлагаю... С возвращением. Так. Что ж, там. Все, бабку погладьте. Хороший... На крафт пойти. Че, у них что-то новое есть? Нет, я себе просто для облучения куплю, ну чтобы вот эту хрень снимать все-таки. А. Полезно. Надо тоже пару штучек купить, а то я потратил почти. Камень черного солнца у него еще есть. При убийстве в дальнем бою повышает урон в дальнем бою. Ну, такое себе. Ну и купить патроны, естественно. Чё. Блин, дорогие они у него, конечно. Ладно, может, не здесь потом купим. Береги себя. Дешевле, наверное, будет всего купить у этого. Чего желаю? В городе. У деда. Хорошие там. Хотя вроде везде по 200, разве нет? Ну, я не знаю. Я буду тебя ждать. Да, вот можно воющий ключ в него ставить, походу. Кажется, ничего не происходит. Не, не в него. Но в него определенно что-то можно вставить. Можно. Слышь, может сначала этот? С камня тэпнуться на базу? С камня тэпнуться на базу, думаешь? Да, потом, а потом открывать контент через дверь. Ну, либо к собаководу. Как уж больше хочется. Ну, я думаю, тогда завершим с собакой сначала. Окей. Но в любом случае хочется посмотреть, там что-то модификатор или пушка. Что-то нам дали. Что-то там, черную материю какую-то. Так, перемещение, земля, ром. А, кстати, нет у него. Кого? А, ну, у него нету камня. Ты был неправ. Там маленький камень. Нет, там есть большой. Нет. Он не должен называться собаколов. Да, я понял. У тебя должен быть еще один камень в этой области. Нету. Да быть его не может. Ну, блин, смысл мне тебе врать? Ну что так возвращаться, но все равно по одинаковому. И там большая локация, и там враги. Но вот сейчас, если мы сейчас пойдем, типа мы быстрее вернемся, а в другую сторону мы не сможем пройти, потому что там типа, ну, подниматься наверх, а мы прыгать не умеем. Болтай, спрашивай. Там может комментарий. Да?
Ну? Типа ты со мной говорить-то будешь, дура? А, окей. А, ну ладно. Ускоритель частиц. Что это такое? Пускает гравитационный сгусток, который наносит 50 метров контакта, создает черную дыру, которая притягивает врагов, чьи пьют после этого. А как понять, что это вообще? Это дробовик или что? Хз. Могу я глянуть, сказать тебе? Не, ну типа окей, я его в любом случае создам. Все, закончили. Да? Что? Надеюсь, оно того стоит. Это винтовка, причем на среднюю дистанцию. Ну, все, короче, без винтовки тогда. А, рад тебя видеть. Не, ничего нового они не хотят мне сказать. Да. Ну, потестим, а потом... Ей для улучшения нужны эти... кристаллы. Угу. А у нас их нет. Ну, у меня. Ага, это снопа. Это снопа? Это снопа. А с чего ты делаешь, что это снопа? А, вижу. Её оптический прицел. Да отстань ты от меня. Это тебе получается. Ну, посмотрим. Есть просто один косяк. Ау. Ну, перезаряжается она красиво. Ладно, пусть будет. Здравствуй. 750 урона. Эй, вау. 750? Да, с обилки. Реально прикольно. Здравствуй. Ну, глянем, глянем. Но грейд, наверное, дорогой. Береги себя. Да, там грейд у недорогой. Я тебе сразу сказал. Я посмотрю. Ладно, я пока с ней ходить не буду, наверное, не вижу смысла. У меня, во-первых, хилка, во-вторых, урона больше с дробовика пока что. Просто скажу так, если обилка норм, то может я поменяю. Если обилка фигня, то я вообще не вижу смысла, я буду... Обилка стягивает. Норм. Тупо черная дыра. Я тебе больше скажу. Если что, я... Ближе камешек. Когда ты грейдишь оружие, ага, с таким вот, как вулкан, или вот это, где не... У них обилка грейдится вместе с пушкой. По урону и т.д. То есть, по факту, там потом будет под... Ну, 2000, наверное, много. 1500 урона со взрыва дыры. А там сейчас 500 урона с нее еще? Или сколько? 900! А, нормально. Короче, а нет, смотри. 750. Перемещаемся в Рому. Он меня перемещает. Как там, Сочи? Пустыши, восточный ветер, чистые пески. Чистые пески, по идее. Нет, это самое начало. Тогда восточный ветер давай. Типа у нас не так много выбора. Мана спящего. Когда-то земля была под защитой, но не стражей, а силы куда более могущественные, чем сам корень. Спящие, которых мы создали, мы считали их окнами, но они оказались дверьми. Пафос. Так это вход. А, это вход. Я же говорил, это вход. Давай в другую точку. А ты нет, нет. Да вообще. Руина. Что самое смешное, это первая пушка, которую я впервые вижу. Первая пушка, которую я впервые вижу, это хорошо прозвучало. Да, потому что... Что ты лагаешь? Есть чуть-чуть. Вот, да, пойдем. Да. Сколько не видел других людей пушек, это... Зачем, я не ты... Видел... Зачем ты смотрел? Потому что не фа... я не думал, что кто-то будет играть. А мне и сюжет типа был интересен, поэтому... Хоть я его проморгал половину. Так, ладно. Но теперь ты его зато воочию слышишь. То верно. Сейчас, секундочку. Берлога хищника. Все отлично, можно идти. О, мы прям к нему переместились в Сизе. Да. Я помню, потому что... И они спят. Шуметь, тебе крышка. Ну они вот, вариант. Когда их будет. Ну что ж.
Я прям мимо нее, кстати, пробежал, она даже не проснулась. О, расскажу, что знаю. Ну что ж, попробуем выведать у него, почему же стая на него не нападает, и этим перейдем на бой. Давай. С чего вдруг? Мы же семья. Я не исключение. Я член семьи. Хватит. Довольно. Я предупреждал. Прикольно. Очень. Особенно собачка. Так, мне кажется, она будет новых призывать. Да. Ну, кстати, она слабенькая довольно. Ну, странно, на самом деле. Я думаю, тоже, что посильнее будет. И у таких боссов обычно нет других стадий, поэтому... Хотя кусается она больно. Сложно. А, ну у него еще хп, я тебе скажу, много. Самое главное, мне кажется... Ну, не сильно много у него теперь хп. Ведь они же семья. Она его закусала? Она его загрузила. Серьезно? Да. С чего бы вдруг интересно? Ну, видимо, парень не рассчитал семейную любовь. Видимо, он просто под нее попал, и она его загрузила. Ну, прикольно. Прикольно. Просто собака, да. О, зато теперь у нас это как боевая зона. Да. На автомате. Теперь мы не отвертимся от битвы с боссом. А вот от нее зато надо отворачиваться, это прям факт. Да, желательно хорошенечко так отворачиваться. Кстати, так и не понял, насколько она зрячая. Ну, даже если нет, она все равно чует, мне кажется. Собака. И не одна. Что я видел? Пытайся хиляться. Я там как бы и горю, и хиляюсь, и все вместе. Я заметил. А это еще что за черепаша-то такие? Тоже собака какая-то, только покрупнее, видать. Ух, нет, не хочу, давай. Пожалуйста. Да, она не дает, почему вообще освободиться никак. Можешь... попробовать время боя. Она типа лает, она только в определенный момент пытается. Да, она что-то вообще странный какой-то босс. Я думал, посильнее будет. Че, слушай, как кто-то рыгает? Это я, наверное. Возможно. Не культурный дезертир. Не, на самом деле меня вот эти собаки напрягают. Ау. Ау, 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 ау. А чё так много откуда-то сразу? Она призывала. Сгоришь. Кувалда, гори. Кувалда сгорела. Дал бы хоть посмотреть, что из нее выпало. Вот, тебе показывают. Да я понял, но я в смысле, ну... Она просто растворилась. О, жезл контроля зато. Вот, все, вот он нам нужен был. Все. Да, 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 именно он. И да, я знал, что это именно он. Ах ты, в общем, ты знаешь, кто ты. Да, а что тебе спойлерить? Все, у нас теперь есть плюс один артефакт, который мы можем... Так, па-па-па-пам. Переделать. Опять же, в какое-то либо оружие, либо модификатор. Не, мы можем вот эту хрень... Не в оружие переделать, зато типа оживить вот этого придурка, либо не оживить, не знаю. Я не про то. Я тебе не про стержень, нам еще дали ошейник. Я понял, понял. Я про другое. Вот, стержень-то понятное дело. Стержень мы применение найдем, а вот он как бы сидит в этих, в
ключевых предметах. А ошейник именно материалах. А, мы отсюда можем переместиться только в блок. Да? С маленьких только в блок можно? Угу. Ну, раз уж так. Ну, кстати... Лагаешь, секунду. Да что ж такое? Что ж я при загрузке лагаю? Ну, видимо, потому что игра загружается, нет? Ужасно. Ужасный процессор. Ну, так вот. Видимо, на кошмаре намного сильнее боссы. Ну, возможно. Не, ну собака я бы не сказал, что была прям дико сильная, но... Давай послушаем, она что она нам скажет. Много. Что? Давай болтай. Давай меняться. Надеюсь, оно того стоит. Иммунитет к крикунам. Создает радиус 20 метров вокруг заклинателя аура, который движется вместе с ним. Все герои в зоне действия ауры в течение 30 секунд получают на 30 секунд меньше урона. На 30%. На 30%, да. Ну, такое. Все, закончили. Вообще фигня, на самом деле. Я тоже так думаю. Да? Ну, это знаешь, как на последней миссии Mass Effect. У меня полно работы. В смысле? Ну... Последняя миссия в Mass Effect, забыл. Любая из, хоть первому, хоть втором. А при чем тут это модификатор? Щит, который тебя окружает от крикунов. А, ё-моё, в этом плане. А, да. Идёшь? Да, конечно. Сейчас мы телепортируемся к роботу, попробуем его активировать, и на этом серию, я думаю, можно будет закончить. Покороче получится, но зато мы сделали то, что хотели. Ладно, так, торговец пустоши. Два босса за серию. Два босса, да, это неплохо. Причем два быстрых босса. Не то, что мы дракона колупасили. Дракон пока был самый жесткий. Он был легкий, но самый интересный при этом. Ну, да, да, он неожиданный, по крайней мере, такой. Ты типа не ожидаешь деревянного дракона. Деревянный дракон. Ну это и просто от логики. Ну классно. Не, ну я из Грут прикольный, мне понравился. Ну, кстати, мы его что, ну раза с четвертого, с пятого вальнули. Ну блин, ну он просто почему-то у него нет таких переходов по стадиям. Вот это не, они у него типа есть, но. Раскрутка. Мне кажется, мы его слишком быстро добили просто. Может быть. Можно повыпендриться, что мы на самом деле раскачали. Ну да. Добавляй. О, теперь подходит. О! Что еще? Серьезно? Третий босс за серию. Как да вы такое? Прикалываете, что ли? Ну ладно, он слабенький. Он по хп такой же, как гончая. По урону, в принципе, тоже неприятный. Ты бы пушки сзади убил сначала. Я их не вижу. Они в меня не стреляют, вроде как. Ой, слушай, так он этот почти. Он почти как громадины, которых мы били. Только каменный какой-то. И обилки те же, только с турелькой. Почему я? Ну не везет тебе, друже, привык мне. Ну, два дробовика, конечно, это читерство. Ну да. Но это было быстро. Древнее ядро. Ну это как-то босс прошелся с первого раза. Враги могут быть рядом. Мне послышалось, что она сказала easy vibe. Вайп всех боссов. Прошу прощения. Я не знал, что чудовище еще способно двигаться. И все же стоит взять с тебя плату за порчу имущества. Шучу, конечно. Чем могу быть полезен? Я уж думал, он совсем офигел. Значит, к делу. Задачку поглашу. Хорошие товары для знатоков. Древнее ядро. Береги себя. Дай собаку поглажу и пойдем. Ну, сейчас. Ай. Я не привык просить дважды. Сволочь. У Вуда есть все, что нужно. Ты песик.
стрёмненький он. Плюсик есть чуть-чуть. Так, ну пойдем, попробуем. Пойдем. Просто зачислили все и вся. Ну. И опять же, потом надо в убежище возвращаться, получать новую шмотку. Ну, по факту, да. Ну, в Dark Souls, по сути, то же самое было. То есть там тоже да, так. Да. Там ты мог зачищать все, а мог кого-то оставлять в живых. Мог, мог. Бум. Жаль только, что с собаколовом нет никакого профита его оставлять живых, кроме как торговать с ним. Ну да. Ну а по сути в Dark Souls ты то же самое делал. У тебя там профит был только торговля в основном. Ну вообще да. За исключением кузнеца, правда. Вот кузнец, ну хотя ты его, по-моему, и не убьешь, он там слишком жесткий. Можно. А, в плане ты этого? Ну, драться с ним можно начать, и тогда ты не будешь торговаться. Просто проблема в том, что ему без разницы. Даже если ты придешь просто так, ну типа, то он все равно тебя будет бить. Да, если ты уже сагрил. Ну, в принципе, как и собака. Ну да. Ну что ж, я думаю, сейвимся, а вот что будет дальше, будет уже дальше. Пам-пам-пам. Такие вот пироги. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии.